Я повторяю вопрос. Зачем мы жертвуем людьми в погоне за иллюзией? Если Ульфрик получит эту корону, иллюзия станет реальностью. Очень неприятной реальностью. Неужели Норды так легко отступятся от собственных традиций? Короля избирает собрание. Мы поддерживаем Элизь. Собрание Танов примет мудрое решение. Не все согласны с собранием. Вы пробыли здесь достаточно, чтобы знать, что Норды не всегда поступают разумно. Мы следуем зову сердца. Так что, Ульфрик получит корону и сразу станет верховным королем? Нет, это не так просто. Однако зубчатая корона будет мощным символом, который привлечет к нему новых союзников. Но если мы найдем ее раньше... И отдадим Элисев. В отсутствие собрания это еще больше узаконит ее притязания. Возможно. Я выделяю вам все ресурсы, какие могу. Но предупреждаю, если это окажется напрасной тратой людей и времени... Она не будет напрасной. Не забудьте взять с собой нашего Ауксили. Отошлите его обратно, когда доберетесь до места и не обнаружите ничего, кроме старых костей и паутины. Каменный кулак не дурак. Он нашел корону, но мы первыми доберемся до нее. Хьялмарк — важная буферная зона между войсками мятежников и столицей. Ульфрик непременно попытается прорваться через нее. Добро пожаловать в Легион, Ауксилий. Слушай внимательно. Правая рука Ульфрика, Галмар Каменный Кулак, считает, что нашел зубчатую корону. Мы должны сделать так, чтобы он до нее не добрался. Остальные мои люди уже собираются у Карваньюнда. Там и увидимся, как только закончу мои дела здесь. Не жди меня. Отправляйся в Карваньюнд, как только сможешь. Увидимся там. Что тебе нужно, Барт? Ситуация. Рад тебя видеть, друг. Я знал, что из тебя выйдет отличный легионер. Я рад, что мы будем сражаться вместе. Мне тут очень не по душе. И я говорю не о братьях Бури. Старинные руины. Не рады они нам, эти древние. Лучше к ним не соваться. Но ладно, не будем об этом. Мы солдаты Императора. Приказ дан, мы его выполним, верно? Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понял, почему. Хотя они и не знают пока, что мы тут. Ладно, это уже хоть что-то. Похоже, проклятые мятежники опередили нас. Неважно, на нашей стороне внезапность. Приготовься выступать. За мной. Ты, наверное, новый... Добро пожаловать! Пришли сюда за тем же, что и мы. Самозванец Ульфрик хочет получить эту корону, но мы ему не позволим ею завладеть. Я знаю, кто-то из вас может быть знаком с людьми противника, но помните, теперь... Это, наверное, та самая чудесная... И не остановится перед тем, чтобы убить вас. Генерал Тули ждет, что мы принесем ему зубчатую корону, и мы оправдаем его надежды. Покажем бунтовщикам, на что похожи настоящие солдаты.
бойцы. Они никогда не узнают, кто на них напал. Но не стоит недооценивать братьев Бури. Многие из них — ветераны Легиона. Пусть они и предатели, но сражаться умеют. В прошлый раз у нас было преимущество внезапности. Но не думайте, что это надолго. Пошли. Все готовы? Атакуем по моему сигналу. Пора показать, из чего вы сделаны. За империю! Стоять и охранять вход. Нам не нужно, чтобы подкрепление братьев Бури застали нас врасплох. Все остальные за мной. Не нравится мне это. Отличное место для засады. 10 против 1, что они ждут нас на той стороне. По другой дороге нет, Лекат. Не будем спешить с выводами, солдат. Легион всегда найдет дорогу. Я лучше улучшу момент и огляжусь, чем топать наобум засаду. Ауксилий, поищи другой путь. Мы придем на помощь, как только услышим звуки боя.
где наверняка есть еще. Имя богов, что... Это оно убило того бунтовщика? Не может быть. На вид оно уже сотню лет как умерло. Спокойно. Легион видал и похуже, чем пара пыльных ходячих скелетов. Мы не уйдем отсюда, пока не получим то, зачем пришли. Шагом марш. Должно быть зал и суд. Не все сразу, солдат. У нас есть боевое задание. Мы ищем корону. Ух ты, впечатляет. Я рада, что ты со мной. Однако, похоже, мы не первые за ней пришли. Даже если эти надписи скажут нам, где корона, уверена, нам придется попотеть, чтобы пройти за эту дверь. Поищи что-нибудь полезное, Ауксилий, а я посмотрю на эти надписи. Скажи мне, если что-то найдешь. Какой-то каменный коготь. Интересно, для чего он нужен? Легионеры, рассредоточиться и все осмотреть. Ауксилий, делай то, что ты умеешь делать лучше всего. Посмотри, не сумеешь ли ты открыть эти ворота. Ah!
за мной. Посмотрим, куда он нас приведет. Возьми корону. Не хочу удерживаться тут дольше, чем необходимо. Отнеси эту корону в Солитьюд, солдат. Мы останемся поглядеть, нет ли тут еще чего-нибудь полезного. Конечно, ничего особенного. Но если мы отобьем Винтерхолд, наша близость к Квинхельму выбьет из Ульфрика уверенность и заставит разместить там гарнизон. Контроль над Белым берегом дает Ульфрику портовый город. Это двигает фронт от Винтхельма. Но мы вернем его. Это всего лишь дело времени. Отличная работа, солдат. Признаюсь честно, я сомневался, что она вообще существует. Были какие-то проблемы? Это не тебе решать, солдат. Я бы тебя не отправил, если бы дело того не стоило. А теперь мне нужно доставить очень важное сообщение Ярлу Балгруфу в Вайтран. Мы знаем из надежного источника, что Ульфрик собрал достаточно людей, чтобы атаковать Вайтран. Однако Ярл отказывается от поддержки Легиона. Знай, солдат, в этих документах содержатся важные сведения, предназначенные только для глаз Ярла.
Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Да благословят тебя боги, и пусть земля содрогается под твоими шагами. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Да хранят тебя боги в битвах, друг. Наверняка хочет расквартировать у меня в замке своих людей. Сколько еще раз говорить ему нет? Ну, выкладывай. Ясно. Отдай бумаги моему управителю. Не глупи. У меня нет секретов от Провентуса. Просто отдай мне письмо. Когда оно будет у меня, и я смогу делать с ним, что сочту нужным. Хорошо. Любопытные донесения. Провентус, что ты об этом думаешь? Если Ульфрик нападет на Вайтран? Как всегда, господин, осторожность. Лучше всего будет выждать. Добыча ждет. Я согласен с Эрилет. Истовать. Вы хотите выступить на Винхельм? Я не дурак, Провентус. Пора поставить Ульфрика перед выбором. Пусть выйдет со мной один на один или честно объявит о своих намерениях. Да никогда он так не поступит. Торугу он честно объявил о своих намерениях. Очень. Просто подошел к мальчику и убил его. Этот мальчик был верховным королем Скайрима. Я, конечно, не верховный король, но и не мальчик. Если Ульфрик хочет бросить вызов моему правлению так, как это делалось в старые времена, пусть. Впрочем, думаю, он предпочтет, чтобы братья сделали все за него. Верно, верно. Свою силу он уже доказал. Теперь он хочет показать силу своих людей. Тогда могу ли я просить тебя рассмотреть просьбу генерала Тулия, если ты так хочешь оскорбить ярла Ульфрика? Это Ульфрик оскорбляет других. Но Провентус в чем-то прав. Ульфрик не оставил неясности. В его глазах отказать ему значит встать на сторону Империи. И чем же плохо позволить кучке легионеров умереть вместо твоих людей? Это позиция труса. А подписать конкордат белого золота значит не трусость? Опять ты за старое. Тогда все было иначе. Был ли у меня шанс возразить против условий договора? Нет, не было. Ярлов не спрашивали. Просто поставили перед фактом. И мы должны были с радостью согласиться. Да, к тому же сундучок с золотом никому еще не повредил. Проклятье! Дело не в золоте! Пришло время принять решение. Подождите, господин, давайте посмотрим, насколько серьезно настроен Ульфрик. О, поверьте, он серьезен. Так же, как и я. Наконец-то. Эй, ты! Мне нужно доставить послание нашему другу, дрожайшему ярлу Виндхельма. Передай этот топор Ульфрику Буревестнику. Когда люди друг друга хорошо понимают, слова им тратить ни к чему. Когда один воин вручает свой топор другому, сразу ясно, что это может означать. Ульфрик поймет, что я имел в виду. Хорошо. Хорошо. Провентус, принеси мне перо и хороший пергамент. Господин, если ты не против, написать письмо? Да. Генералу Тулию. Хочу прояснить несколько моментов, прежде чем соглашусь открыть ворота. Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Нет, нам ни минуты покоя, ведь враги Балгруфа не спят. Я за тобой слежу, помни об этом. Да, не тяни, я занят.
Вот как? Мне было интересно, когда же он одумается. Ого! Что это? Прийти с таким посланием? Да, тебе отваги не занимать. Жалко видеть таких людей в стане противника. Можешь вернуть этот топор его владельцу. И скажи ему, пусть готовится к приему гостей. Я полагаю, очень скоро в Вайтране будет весело. Скорее, чем ты думаешь. Да, не тяни, я занят. Я всю жизнь... Командир, у меня... Отдышись, солдат. Но, командир... Дыши. Внешние стены крепкие, и если мы сможем их там задержать... У них есть катапульты. Проклятие. Где они взяли катапульты? Городские стены и так уже разваливаются. Мои разведчики докладывают, что они заряжают их огнем. То есть он хочет взять мой город, не разрушая стен. Придется сражаться в дыму и пламени. Мои люди... Ты из новых слуг? Запомни, я боюсь люблю за имперских молокососов. Если вы хотите, чтобы я собрал своих людей и ушел... Нет, конечно нет. Просто не подведи меня с цепей. Придется выделять особые пожарные команды. Уже сделано. У вас, имперцев, все четко. Нельзя не признать. Как скоро они прибудут? Командир! Скоро. Они прячутся в полях. Проклятие! Чего он ждет? Командир! Что? Легат, они наступают. Они будут у ворот в любой момент. Ты почему мне сразу не сказал? Я пытался, командир. Наконец! Посмотрим, из чего сделаны эти братья Бури. Люди уже подтягиваются к воротам. Быстрее, солдат! Расскажи всем! Марш, марш! Провались они в Обливион! Все, до последнего мерзавца! Мой топор вернулся ко мне. Я знал, каким будет ответ. Сразу после твоего отъезда я связался с генералом Тулием, и он любезно предоставил нам отряд солдат во главе с легатом Сципием. Мы готовы встретить Ульфрика. Поступаешь в распоряжение легиона. Легат Сципий найдет тебе занятие. И да хранят боги всех нас. Если ты не против, меня ждет мой город. Братья Бури здесь. Их много. Ступай на передовую. Час настал. Мы должны удержать город. Шевелись! Да хранят боги в битвах, друг.
Где эти проклятые мятежники? Сколько можно ждать? Когда человек с оружием наготове... Здесь опасно. Немедленно разойдитесь по домам. Рима. В этот день мы отправляем послание Ульфиуму Буревестнику и тем мятежным ярлам, что его поддерживают. Но не давайте себя обмануть. То, что мы делаем сегодня, мы делаем ради Скайрима и его народа. Вырвав заразу этого мятежа, мы снова сделаем страну единой. Приготовьте! Все за мной! За Империю! За Легион! Хочет выставить из Скайрима всех, кто рожден не от нордской женщины. Нигде в мире свободные люди не смирятся с таким. Еще. Мне казалось, тебе точно крышка. У меня на счету точно больше убитых, чем у тебя. И я считал. У тебя все еще звенит в ушах?
Надеюсь, это пройдет. Убивайтесь сегодняшней победой, как боги убиваются вашей доблестью. Они уже поют песни о вашей отваге и доблести. Залы Савнгарда звенят гимнами в вашу честь. Уничтожив изменников, вы доказали никчемность их дела и доблесть ваших сердец. Жители Вайтрана навеки у вас в долгу. Но Ульфрик на этом не остановится. Нет, он будет и дальше бить по всем истинным нордам, не изменившим империи. Он будет по-прежнему сеять раздоры и хаос везде, где только сможет. И потому мы, каждый из нас, должны и дальше гасить этот мятеж, чтобы гибель наших братьев не пропала зря. Не позволим запятнать нашу доблесть, оставив этих кровожадных зверей охотиться в наших землях. Моя благодарность и мое благословение с вами, солдаты! За Вайтран! За империю! Ура! Империя — последний бастион человечества. Не будь Ульфрик так ослеплен жаждой власти, он бы понял, что враги вовсе не мы. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь. Для меня будет честью, если ты решишь поселиться в Вайтране. Поговори с Провентусом, он распорядится. Сколько же у наших врагов шпионов, диверсантов и убийц? Ты еще дышишь? Далось тебе точно крышка.